Всем привет, вы на канале Правильный Выбор. В этом обзоре речь пойдет о телевизоре LG32LM558BPLC. В описании к видео вы найдете ссылки с актуальными ценами на эту модель. Подпишитесь на наш канал, а также активируйте колокольчик, чтобы оставаться в курсе новинок мира гаджетов. Не забывайте поставить лайк и написать комментарий. Диагональ экрана 32 дюйма, разрешение 1366 на 768, подсветка Direct LED, матрица IPS, глубина цвета 8 бит, частота обновления 60 Гц. Новый уровень формата HD. Телевизор позволяет наслаждаться более качественным изображением благодаря высокому разрешению и ярким цветам. Изображение с гораздо более высоким качеством. Телевизоры LG HD созданы для того, чтобы удивлять вас отличным качеством изображения, в несколько раз лучше, чем SD. Благодаря технологиям Dynamic Color и Active HDR весь ваш любимый контент будет более реалистичным и потрясающим. Реалистичная цветопередача. Передовой процессор обработки изображений корректирует цвета, делая изображение более богатым и естественным. Наслаждайтесь красотой натуральных цветов природы на экране вашего телевизора. Все до мельчайших деталей. Телевизор обеспечивает точность деталей и яркие цвета благодаря технологии Active HDR. Наслаждайтесь любимыми фильмами в оригинальном качестве благодаря нескольким HDR форматам, включая HDR10 и HLG. Четырехъядерный процессор. Как оживают изображения? 4 быстрых и точных процессора устраняют шум, обеспечивая более динамичную цветопередачу и контрастность. Изображение с низким разрешением масштабируются, становясь более четкими и яркими. Оптимальное расстояние от глаз до экрана телевизора для просмотра контента с данной модели телевизора 135 см. Простой и изысканный дизайн, тонкая рамка и элегантный корпус телевизора гармонично впишутся в ваш интерьер, усилив приятные впечатления от просмотра. Новый пульт Magic Remote. Этот пульт похож на волшебную палочку. Magic Remote имеет множество отличных функций. Пульт удобно ложится в руку, а его система наведения и прокрутки обеспечивает более быстрый поиск. ThinQ AI обеспечивает легкий доступ к сервисам, а горячие клавиши для основных платформ контента позволяют быстро переходить к избранному. Размеры телевизора 73 см. В ширину 44 см, в высоту, толщина 7,7 см, вес 3,9 кг, цвет белый. Если у вас появится желание установить телевизор на стену, то подставку можно демонтировать, предусмотренное крепление VESA 200x200. На задней панели расположены стандартные разъемы. Присутствует один оптический аудиовыход Optical Audio Out. С его помощью можно передавать звук с телевизора на домашний кинотеатр. Достаточно подключить их друг к другу через оптический кабель. Качество звука. Любой жанр с наилучшим звуком. Телевизор поддерживает технологии Virtual Surround Plus и Dolby Audio, благодаря которым вы сможете наслаждаться потрясающим погружением в звук в любом фильме или сериале. Virtual Surround Plus – звук, наполняющий ваше пространство. Встроенные динамики вашего телевизора подарят вам наслаждение от богатого многомерного звука. Новый уровень эмоций благодаря звуку с эффектом окружения. Dolby Audio – эмоции от звука, как в кинотеатре. Благодаря Dolby Audio с еще более чистым и объемным звуком вы сможете окунуться в атмосферу кинозала у себя дома. Выходная мощность 10 Вт, 2 по 10 Вт динамиков. Я проанализировал отзывы пользователей, и вот на что они жалуются. Нет Smart TV. Отсутствует Wi-Fi. Отсутствует Bluetooth. Не очень удобное меню. Теперь расскажу о положительных отзывах. Хороший звук. Яркие цвета. Качественное изображение. Напоминаю, ссылки на магазины с актуальными ценами вы найдете в описании под видео. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал, на нем каждый день выходят познавательные видео. А чтобы первыми узнавать о выходе новых роликов, рекомендую включить колокольчик. В комментариях пишите свое мнение об этом телевизоре. Всем пока!